Давай китайскую водку. Давай китайскую водку. Давай. Это Мия сегодня, да? Да. Нам с тобой. Нет. 这俄罗斯二哥带家人来城里做客是一种什么样的体验呢？事情是这么回事儿。话说自从我和小达在城里有了新家之后，二哥、四哥、老丈母娘他们基本上都来参观过了，姐姐、姐夫那更是常客，这唯独二哥的家人们还没有来过。正好前几天三八妇女节，二哥带着二嫂还有孩子们进城来了，我们就赶快把他们邀请到家里来。想到我们每次回去二哥家都会受到非常热情的款待，这次都来到我们的地盘了，肯定也不能差事儿啊。我和小达就赶紧去超市采购了一波，一定要好好的招待二哥一家。然后今天我们想订那个饭店来的。Я позвонила в 25 ресторанов, 25, я хотела стол забронировать, нигде места нету, за две недели все забронировано. 因为今天二哥带孩子过来，一点小耽搁，可以马上到酒水这一块。因为二哥喝酒，今天晚上我也和二哥一醉方休。这一家人好像就二哥喝酒，其他人都不喝，大哥也喝，但是和大哥接触少。二哥喝酒，那就给二哥来点啤酒，再来点沃德。OK， 兄弟，这些啤酒是给二哥准备的。逛完一圈超市，我们也是买了满满一推车的东西。毕竟二嫂和孩子们是第一次来，可得好好招待一下。等买完东西一回家，我家这小妮子就开始忙活起来了。直到哥哥嫂嫂们要来，那是肉眼可见的开心啊，还给我来了段即兴舞蹈呢。老开心了。小吴去哪找的？小宁不拉进可以，新不加不理解。对。我可喜欢。等食物都准备的差不多，二哥一家也到了，这小妮子还有模有样的当起来迎宾小姐。绿叶子。这许久没见二嫂，没想到二嫂还找村口胡德路给弄了一个实星的发型，那是瞬间年轻了好几岁呀、啊！萨拉姆，萨拉马利贡。这简单的带二嫂他们参观了一下我和大沙的小窝后，我们也是开始吃饭了。小野，维诺西西。Китайская водка, русская. Вино из китайской, из румынской. Давай китайскую водку. Давай китайскую водку. Давай. Это Мия сегодня, да? Да. Нам с тобой. Нет. 53 градуса, ты видел? Да, да, да. Это самая крутая китайская водка. Я чуть-чуть совсем. Я тоже чуть-чуть, но... Да. Где твоя рюмка? Вот эта рюмка. 我家没有小杯，就只能用这茶杯倒。来，去去。来来，里里边的。是不？是不？是不？是不？是不？что вот это как самогонка, да? Да, все, галет. Ну, ну, если что, ну, простите, что так мы получилось. Вообще хотели в ресторан сходить. Не знаю, у вас мы сегодня даже приезжаем. Даже поздно мне сказали, что... Надо было пельмени поставить, и все. Русский Леха передает всем привет русским женщинам. И китайским. И китайским. Дружба народов.吃饱喝足后就已经很晚了，二哥一家也是在这边休息了一夜。由于农村离这边也比较远，几个小姑娘来这边玩的机会也很少，所以第二天我就和小达沙陪着二哥一家在伊尔库游玩了一天。带二哥家孩子，带二哥他们做个摩天轮来。Все, помашите папе ручкой. Галина, твой город. Ну ты, если будешь ездить, ты через него будешь ездить. Ты будешь ездить вон там, видишь, подальше, плотина. Вот ты будешь там ездить потом. Арка, я та нюр, маша, я лаю, я кусок, когда шашу. Теперь мы на самом деле? Да, шага, да, он следующий, я за нами. Страшно? Нет.
Ну, и так неинтересно. Обязательно страшно? Да, надо напугать их. Угу. О, привет, привет. Видимо. Прям почти. Давайте долго спутаемся. Давай, Миш, давай, Миш, давай. Фоткай нас. Где? Здесь? Там, да, вставай, а мы здесь. Раз, два, три.快乐的时光总是短暂的。我和小达带着孩子们在城里玩了一圈之后，他们就要回村里了。说实话，我和小达都特别喜欢二哥一家，尤其是这三朵金花，不但长得漂亮，哥哥还非常善良有教养，也是二哥二嫂人非常好，所以这教育出来的孩子都非常优秀。不干，要不干？啊，不行，不是，спасибо。哈哈哈哈哈哈！Миша, братан, от души душевно, дай бог тебе здоровья. 8 ребятишек. Пока-пока. За ваше гостеприимство. Осторожно же едем. 行了，兄弟们，这期视频就到这里，咱们下期再见。